Все уже, да. Что, уже есть? Да. Так, если вот здесь еще у меня есть место. Батюшка, пару слов только скажу перед обедом. По христианским обычаям некоторые не знают, даже есть. Я 45 лет начальник детского лагеря. Над столом, над чашкой не наклоняться. А вот смотрите, как вот подчеркнул, сидишь, ложкой, две руки не бегаются, за край стола не завалятся, не облокачиваются. Почему? Василий Великий говорит, всякая скотина наклоняется к пище, а человек подносит, оспаривать будешь или нет? Зачем упал, так и не отвезет, ему учить не надо, потому что у человека животное происхождение. Как говорит, душа у каждого по природе христианка, это в раю, а сегодня она язычница. Значит, за край стола не заваливается. Второе, не облокачивается. А почему? Сирах говорит, стыдись, облокачивай на стол. Отсюда бесстыжесть. Я кончу. Это березовый сок. Лен, мне поставь сюда. Мне или бери, мне поставь. А? Мам.